Это пиздец. Ты сам себя взял, что ли, мне рыло еще дал, блядь? Или чё? Прием. Не, видели Денвера. Рискату? А, подожди, я сейчас тут настрою это все хуету. А кого еще? Мне дал лидера, я тебя взял и его. Поменяйте Энику, наверное, с Кокосиной. Чтобы Кокосина оставался для Вангалема. Это фужа. Почти. Как бафаться будешь, это позовешь. Че, кого еще надо? Секатора, да? Ну, желательно на пуллер. Могу, короче, моего брата позвать. Магом. Войт Мерли в канале выше, попробуй покричать, может ответить. Да, не могу сворачиваться. Да, мне кажется, пофиг кого брать. Чё, да, вот это. Давай, братцы моего. Розик. А кем он? Ну, магом 5.8 минут. Ты пиздец, убираешь. Вон, в смысле, вот этот Тала, например, дал 7к в своим 6к магом, а мой брат дал 12 своим 5.8 на ребре. Мерленочка, заходи в РК, ставь шкаф. Ты рискат, дать рело тебе. Давай. 12, это мало. Смотри, сейчас на пул охуительный будет вообще, бля, никто не упадет. Тройная сила. Давайте фулбаф пока. Эти рыб. Димон лутер поставь на себя, там, наверное, на Ване осталось еще. Так, давайте я чекну всю эту фигню, вроде всего. Дайте, пожалуйста, фулба. Сильверлайт и шустрый, и черный лимон хилит цвет, шустрый шаман, хотай, абуль, тьму. Додипит, канорексис, мирилин, соло, додипит, сильверлайт, вы тут, мирилин. Катина, дайте каску по себе. Стоп, шустрый свет или тьмой? По себе дай мне, пожалуйста, баф. Кто там? Каску, да? Крест. Мирлин, Дудипитка. Я карту вылетела, сейчас я перезайду. Перезаходи. Дудипка, ты тут? Лапу дайте, пожалуйста, сол. Да еще ханта нет. Ханта нет еще. Я знаю, сейчас у меня. Она что-то перезаходит. Слышишь, назначь кого-то на дисплей, я дисплей. А че я скрылся? Интеллект еще, шадумор дай. Опа.
Все, давайте, Мирилин фулл баф. Еще раз чекаю. А, тогда перебили, ты так толком не понял, кто здесь фулл хилит. Кто рассказал? Черный лимон, сильвер вайт хилит. Цвет, шустрый шаман, хватай обультиму. Какой сына диспелли цвет? Все. Энников свету. Энников свету, да. Дамажит ретриком. Все, все готовы. Макгрегор на позицию, все зашли за линию. Зайди за линию, черный лимон. 3, 2, начинай. Начинай. Тихо, Леона, напуливайте. Смотрим, сейчас метка будет. Метеор. Диплом метка назад. Смотрим, метеор. Метеор перебежали. Нормально, лужи бейте. Японская метка. Метка метеор сейчас будет. Лимон, метка, бейте Халиона, пожалуйста. Метеор. Перебежали, вы уже в рейд нормально. Бейте Халиона и трэш. Рога и кот бьют Халиона, все остальные. Ой, Рога и кот трэш, все остальные Халиона. Давайте, до метку выносить. Бейте Халиона, вещь. Була метка. Була метка. Так, 3, 2. Танк зашел. Ходите остальные. Что там? Сколько? Можно заходить? Нет? Нет. Скоро буду. Заходи. Ходите, Райд. Только кэшите дот. Ключи. Я знаю, блядь. Мана своим шаманом заливает. Сколько там процент? 63. Все, давай. Идите, на пулы дайте. Рост цвету. Нет, капосина. Смотрим, сейчас метеор. Жаль, меня ждите. В танке, смещайтесь. Гем на ману мне не залили. В отме. Лужа в рейд. Хиль танка, прожимай, выношу. Падайте. Ты переводишь то какой-то нахуй. Зачем вы, Поклонский, ты таунтишь, босс?
Ты как-то знаешь держать брешова, ретаунтить, базарить, что-то вообще не в кайф. Зачем ты таунтишь босса? Это, сука, босс пиздец. Успели, я убил мелкий треш. Я не знаю, то ли мне маны не залили, то ли что-то фигево пропустил. У меня как было 10к, так и осталось, как бы сказали в районе. Тебе маны не залили. Понятно. Потому что... Да я не тебе лег. Потому что я заливал иннер этому, блядь, черному лиману. Можешь не заливать иннер черному лиману, потому что ты же в свету, и потом ты на второй перебежке и залешь иннер. Все иннеры отдаются шаману, который остается во тьме. То есть суштриш шаман. Все? Да, блять, мне Варенька говорил, кому кидать, я тому по-прежнему кидаю, вот и все. Ты все, теперь кидаешь всегда шустрому шаману. Окей. А если бы ей не кинули, у нее бы сейчас 0 маны было, понял? В чем хуйня зарыта? А ты его этой иннер не кидаешь? Не, так я кинул, блядь, я же говорю. Он, посмотри, тоже в лимона отдал. Дайте фулбаф, пожалуйста. Символ болезни есть у кого? Кто может сделать символ болезни по Шурику? Блять, может давайте уже разойдемся, блять, пизду нах, такой рейд. Давайте чик. Все, все готовы, давайте зашли за линию, Дима Грегор на позиции. Начинаем. Пожалуйста, все всегда бьют Халёна. Трэш заливает только Рога, один Охотник и Кот. Все остальные всегда бьют Халёна, потому что, видите, какая параша, остается 3 секунды до, ну, чтоб мы его переводили. Должно оставаться секунд 10. Давайте, Метеор, перебежали. Легенда, блядь. Вы, кстати, в курсе то, что истерии теперь стакаются? Нет. А теперь в курсе. Теперь да. Смотрим, метка метеор сейчас будет. Перебежали. Вон метка. Холипала. Хотай реса и холипала, хотай. Там залейте только. Все, там зашел, рейд зашел. Диплом сдох. Я зашел после танка. Ой, выйдешь, резнешь диплом, а диплом зайдёшь. Я сейчас резну его. Я резну. Баха, дайте по диплому. Меня съездило лезвие, я не заходил. Блять. Серьезно, нахуй? Заходи, да он умер. Я далеко даже лежу, посмотрите от этого портала. Это можно заходить или лезвие скоро будет? Нет, нельзя. 3 секунды лезвие. Все, лезвие. Не заходить. Скажи честно, диплом, ты дал? Нахуя ты заходил? Я не заходил. Я далеко лежу. Я прямо около портала. Ты прям около портала, что ты гонишь? Заходите, Войд, выйдешь, резнешь.
потом он зайдет во тьму. Лимона 0 маны. Пизду я лимону заливаю маны нахуй, она сейчас выйдет и будет без маны. С это днем. 50. Все, погнали. Да ну, вы что? Джерин, тьма почти вся лежит. Да, там не все, перебежали, там Бакс только упал. Ты не видишь, Бакс, диплом, блядь, они что там вдвоем будут? Да, будет один диплом, резко диплом, а диплом, когда ему скажете зайти, бейте трэш все тут. Можно зайти диплом? Можно? Захилься, блин. Геру во тьме дайте, Геру во тьме. Гимноман во тьме, речи. Жаль, свет не бейте, босс. Ты зашел? Да. Ну. Пизду, короче, я вас трай нахуй. Да какой там танк упал во тьме, какой трэш. Короче, в пизду вас трай. Хотел вас трай. Подождите, я только диплому 300 гп хуярну. А хуя ли это 300, давай 200. Ну 300, 2 падения. Да давай 200, что ты, зачем 300, по 150? Два падения, 2 БР, 300 ГП. Ты ебанулся совсем? Что заебали, не спорьте лучше. Мне начисляли, блядь, 100, 100, 200 и 300, нахуй. 700 ГП словил, блядь. Хилы не захиливали, нахуй. Какой нахуй у меня БР, у меня, блядь, 6 минут КД. А, там ты все было не показывал. Давайте футбол. Рейд-то ладно пошла, но, блядь, никто не знал, что такое хуйня. Дайте бафы дайте. Ты утихнул? Ливнул. Молнулся. Я не ов. Я написал елох, а у меня что-то выкинуло. Дай ему пати. Я ему дал пати. Я думал, ты ему пятихатку и кикнул нахуй. Все, все готовы. Макгрегор, зашли за линию, Макгрегор, иди на позицию. Подожди, сейчас на позицию. Все БРы на КД, если что. Знаю. Падает вайп. Кто-то умирает, тот пидор. Начинай.
карту смотрим. Мир или метка. Испел. Прибегаю. Сапоги лучше не вязать. У меня плохие. Лужа в рейд, лужа в рейд. Метка. Пойдем потрашу. Где-то Silverlight, но... Ну это все, это вайп, пиздец. Нет БРов. Нету БР. У тебя есть БР? У меня КД. Сколько? У меня 5. А ты это... Ясно, падает. Короче, давайте расход, что тут сидеть? Ну, вы гоните? Кстати, не падайте, дайте это пешнуть с долларом. Сука, не успел. Не знаю. Давай подним монстра и все. И потом разойдемся. Да нет, он там дальше. Ты поставить будешь собирать? Поставить на. А я не знаю, у меня внутри было. Все, даем ластра и расходимся. Как будто будет какой-то толк от этого ластрая. Да так-то. А что ты ноешь? Че я ною? Так как бы не ною, я говорю объективные вещи. Просто подтыкаешь разойтись пораньше. Если тебе не хочется быть на вреде, ты можешь просто ливнуть. Я тебя услышал, спасибо. И еще могу добавить заебание. Давайте фулбал, дайте рыбу. Да, лапу. Зато у него сейчас БР будут, да? Да, прямо вот сейчас сразу убьем из БР. Их нельзя просто. Ну, будете так слово почить, то убьем. Инта нету. Просто умирать на первой фазе, это, по-моему, сверхразум. Угу. Дайте инту, пожалуйста. Пойдите за линию. В чем ты готов? Все, все готовы. Начинай. Дайте каску пороги. Поклонский. Метку мутер, смотрите. Ну давайте, трэш заливает только рога и кот, Silverlight метка. Все остальные всегда бьют босса. Рога, кот, хант с наплывом. Все, перебежали метеор. Уже нормально. Все, давайте, бейте трэш. Метка. Лимон упал. Давай, лимон, есть вставал? Я могу поднять. Как нахуй, объясните. Залию, мам. Так, хорошо. Silverlight метка, смотрим кверху. Перебежали. Знаешь, а ноутбук сядет 1%, если вылечу, то пиздец. Не, я правду говорю. Добр. Метка. Бейте Халион. Как бы ДК заходил, Райт заходит. Если посмеете. Беги, малышка, беги!
теней. Что, там лезвия идут? Да. Да, еще один. Дорн. Заходите. Идите, заходите. Лимона пиздец, мана. Черный лимон, эконом, пожалуйста, ману, не хиль сейчас, а пусть хилит шустрый шаман, у него 70% ман. Забей, просто обновляй на себе щит с земли. Хилишь в свету. Сдох этот легенда волк. Лезвие. Облезвие. 52. Энника, остаешься во тьме. Слышишь, Энника, остаешься во тьме. Дорн. Геру свет. Ну, лимон нет. Ген на ход на ману, по тьме. То есть какой так по мане садитесь, вообще не понимаю. Перебежан. Охуенный ген. Вы уже в рейде? ГЦ. Ну да, смысл был сделать последний трой. А, да. Да козырь забей. Ну, ты видишь, им не начисляют КП. Что всем похуй. Я согласен с тобой. Падают, вон пишет. Согласен полностью. Так кто может тебе мать? Смотри, я не понимаю, вот объясните мне, я тупой нахуй. Вот два ханта, рога. И, блядь, умирают от мелких. Это что за залупа? Чё это? Ты вообще смотрел, от чего они умерли только что? Так, вон там, черный лимон. Пылающий. Так, сейчас. Живой огонь, атака. Блядь. Ну так, ты понимаешь, что ей достаточно одного-двоих подцепить, она умирает. Остальных напулили, один где-то там далеко бежал. И мимо на нее остановился, когда нахилила, как раз агрился, да, и все. Это вообще нахуй, это нереально, блядь. Ну типа ей достаточно двоих мобов, они просто одновременно ударят и убивают. Мне кажется, мне нужно. Давайте рефафните. Да никуда, никуда не убивайте, давайте без них еще троек. Все сидят в рай. Может, самогон зайдет на танк, потанчит тьму, а это самое, там кто-нибудь побьет. Не, а я не буду танчить, пизду, идите нахуй. Дайте рыбу, рыбу, дайте. Проблема от мелких падают, сука, на первой фазе. Это пиздец. Слышишь? Можешь мне на рогу зайти, ну его нахуй этого кота. Ну я понимаю, и на рогу. Может, вы не сразу будете врываться в этот трешак, а подождете немного. Блять, уже на самом деле час ночи, вы пиздец. В смысле, никто в него не врывается, там хилы падают, понимаешь, они хилы. Дайте пристабаф, дайте пристабаф, дайте лапу и дайте шкаф. Короче, 18-12 тысяч. Это первый раз его было. Я вообще не понимаю, как можно с тремя напулами на первой фазе хилом умирать. Это пиздец какой-то, сука. Прикинь, первый раз там 9, 8, 7, 7, 7 тысяч. Прикинь. Бывает.
Блять, сколько раз я шаманом хилил свету, я ни разу от трэша не умирал. Сука, в чем проблема? Я что, по КД падаю или что? Что ты разрываешься, я не пойму. Я не только про тебя говорю, я про всех хилов говорю. Я... У нас проблема вот в вайпах из-за того, что вот вы сидите и говорите, я не понимаю, и никто из вас не понимает. Проблема в позиционировании шамана, она не добегает, она перебегает на другую сторону, она не добегает до рейда, она не забегает за рейд, как это нужно делать. Она останавливается где-то возле фрейма, и то есть получается, что она ближе стоит к мобам, которые бегут, чем рейд. Стоят хилить, они на них сагриваются. Остальные, которые добегают уже до рейда, мы напулим на протопала, но какие-то уже раньше сагрились на нее, когда она начала хилить танк. Пожалуйста. Все, давай, иди, начинай, Грегор. Менту дайте маги. Петь. Маг, точнее. Что-то не было. Смотрим, метеор, перебежал. Уже нормально, бейте босс. Против смерти. Забей. Метка метеор. Пускай метка. Три метеор. Перебежали. Титраж. Бейте трэш. Как заходи? Нравится ходить. Блять, вы можете по одной цели играть, а не по разным, блять. Трое то бьют нахуй. Один, другое, блять. Можно заходить? Заходи. Чё там по БА? У меня есть. Хватаю 40 секунд. Аника, ты в свет выходишь теперь. Или нет, давай, Эника, ты остаешься там, а Легенда Вов, ты выходишь в свет, потому что ты Легенда Вов, там что-то вообще дрочишь. Потому что он Легенда Вов. 50. Свет. Что там нет? Все, перебежал. Притворись мертвым. Хорошо, играем свет. Гимн ману во тьме.
Свет, ты по Хелиону не бейте. Все, можете играть. Да, как попиздела дошка. Перебегайте, Свет, перебегайте, перебегайте. Свет 40. Не бьем. Мелкий трэш большого голема. Отведи Поклонский, потому что голем близко. В принципе, норм. Что вы делаете? Поиграть в лимон нет. Да бейте трэш. Играйте в босс, Свет. Перебегайте. Теор, перебежали. Босс и Свет сейчас. Босса, бейте, Свет, босса. Бежали, Свет. Свет, води. Свет, по боссу стопните. Свет, не бейте босс. Самогон, ты резни. Да пиздец, кого резать, Джерри, он быстрее думай. Абдабуля. Войт, резай траглу или как травмата, блять. Мне не хватит, мне некому дамажить. Поднял, сука, хуй, даун перебежали, какого хуя ты идешь под морду? Ебас, Свет, не вдвоем, бейте. Свет, не бейте Хелиона. Свет, не да. Бейте Хелиона. Трэш по-клански. У нас минус один, блять, нет, дамагер, Джерион. Шансы алкумания. По голове, сука. Отводи трэш. Беги, малышка, беги. Лезвие есть. На пульте трэш, на пульте трэш и тупо бейте Хелиона. На пульте трэш и тупо бейте Хелиона, Свет. Тьма без маны. Сука, подними танка. Ну, забери Джерион, умоляю, умоляю. Блять, дамажьте босса, ничего не надо поднимать, тупо босса Поклонский держит, добивайте. Все, тьма упала. Пиздец. Мы уже без маны были, уже все. Сучий глаз, нахуй. Так ману никто не льет, естественно, без маны. Я тебе, если что, задевал, что ж ты расшаман, мана и 3-5. Ну, конечно. Нормально, кстати, сейчас все было вроде бы. Да, вроде и экономил, ну, его в архиводе не делал, только чисто по факту. Там эти фридомы кидают во тьме? И фридомы ты угораешь. Линканите дамаг с тьмы. Ну, в смысле, там два пала, для этого их и берут. Там легенды новенькие, не знают никто. Ну, фридом там. Вару нужен фридом, что ли? Нет, хила там. Вару без фридома можно справляться спокойно. Не, я понимаю, что Вар-то может. Джерион, задам тебе вопрос. Тебя поднимают, и ты бежишь к морде боссу, чтобы зайти в портал. Скажи мне, пожалуйста, ты даун или ты конченый? Почему ты не бежишь к хвосту, чтобы зайти в портал? Бля, как же меня это бесит. Приз, что это за хуйня? Не ругайся, заебал, успокойся. Что каким это нужно быть дауном, если тебе навстречу едет автобус, и ты такой, а хули, забежу, как я под автобус. Да, бля, что ты? Пускай он самгон побазарит, блядь, давай кончи нормально. Пусть он побазарит.
там за ХВЗСУ не худел две кнопки, блядь. Давай базарь, дай ему ассист. Дай без того. Я хочу сейчас выяснить, что это было в холле приста, а потом я дам ассист. А холле прист, ты тут? Я тебе же ФМ настрочил. Что я это вижу, было? Блядь, я буду такому неадекватному еблану отвечать, что ли, или что? Успокойтесь, ебаный, брат, оба успокойтесь, блядь. Адекватному еблану? Вот скажи мне, пожалуйста, это твой адекватный поступок, если ты бежишь под морду к боссу? А? Холли прист? Нет, неадекватный. Вот какого хуя ты тогда тут базаришь? Закрой рот и иди. Все, успокойтесь, не отвечайте, блядь. Макс, последний трай, мы все тут последний трай, все, начинаем. У нас еще 20-й последний трай, блядь, если что. Успокойтесь, говорю, блядь, оба. Зайдите за линию. Не надо ругаться, блядь, вы че, охуели? Начинаем, Аграги. Давайте, собрались. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Метка в идеале. Небеса в огне. Побежал. Угу. Смотри, метка сейчас будет поклонский. А его хатай. Я его поднял. Знаю, смотрим, метеор. Метка, самогон, метка, бейте калион. Калион, бей. Добавь метку. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Ты все по звезде, РДД, по звезде играй. Не бесит по разным целям в натуре мультики. У меня БРКД. Лезвие сбежал. БРК, Эника, ты остаешься в тьме. Можно заходить? Можно. Да. Эника, стоишь, да? Да, Кинды Вов. Умеет там играть. Ты можешь встать сама? Хочу писать в чат, потому что ничего не слышу. Не могу. У меня КДБР. А это у тебя? ГГВП, блять. Давай зергом нахуй, давай по нуля останемся. Ага, залупай, блять. Пробуем хули, хиль соло нахуй. Хиль за вой нахуй. За лупой нахуй, Войт, я повторюсь. Да держу, держу. Кажется, святом. А, понятно. Че, вы падаете, угрожаете? Я долларом тпшный, все. Тринитер. Убегать.
малышка, беги! Сколько еще таких? Поврай тебе, отбейте трэш. Ну все, ГГВП, пацаны. Падает. Тупо только перебежка и просто сервелайт труп. Мне кажется, блять, я прав был про три роги, нахуй. Это вообще реально, нахуй. Идите нахуй. Ой, тут, ну падают одни и те же. Причем тут вообще кичо? Причем тут вообще три роги? Вот скажи, при чем здесь на пул? Три роги будут напулиться на одного человека. Его надо будет захиливать. Один хулипал, две цели. Ты не понимаешь, ты знаешь, как роги напуливают? Они напуливают только вокруг себя веером. Да, они не могут напулить дальше, как ханты. Они не выбирают место, куда они напуливают, откуда бежат мобы, понимаешь или нет? Я знаю, а при чем здесь роги? Они ничего не помогут. Я с батлрапом. Ну так как роги помогут? Да бля, это хуйка все. Не, ну если впереди рог стоят шаманы эти, блядь, то им ГП нахуй надо ебашить за такую хуйню. Ну так, а я в прошлых траях что рассказывал? Я вам объяснил, в чем проблема. Ну значит, вот эти два ханта, которые у нас есть в рейде, нахуй, что Соло, что Мерлин, ну пиздец, просто нули нахуй. Ладно, короче, пацаны, там все ливает. Идем. Что завтра? Теперь спать. Покады. Я, может быть, не буду завтра. Сейчас ВК соберем? Да какой нахуй ВК, блядь? Сейчас ночи. И какой ВК? Вы что, ёбнулись? Вы, блядь, не можете РС убить Санну и ВК прилагать? Иди. Пошлите все 25 обучиться. Я, кстати, сходил бы в РС 25 оп. Че, соберешь? Да нет. Час ночи, какой ВК? Поставил объяву, бля, приходите завтра. Пока да, хорош. Я не знаю, блядь, чё ты агришься-то, Соло, блядь. Я же не говорю, что ты петух.